Здесь разрабатывается мышечный корсет. Вот. У Илюшки правая рука парализована, и спастика очень большая. И вот для того, чтобы... Для того, чтобы спастика проходила, вот, мы ее разрабатываем вот таким вот образом. 37-летний Илья Коробов из Отрадного каждый день занимается на спортивном тренажере. Модная тенденция здорового образа жизни для Ильи – жизненная необходимость. Вот уже 15 лет мужчина пытается восстановиться после инсульта. Во время того, как помогали другу переехать, таскали мебель. Вот в этот вот момент у него случился инсульт. Говорили, что он изначально будет растением. Но вот время прошло, они были удивлены, когда через полгода он встал, пошел. Вот. Ну, говорить он до сих пор не говорит, потому что полностью поражен речевой центр. Вот. А все остальное потихонечку. Все стены в доме увешаны картинами из дерева. Когда Илья начал идти на поправку, первое, что он взял в руку, была стамеска. После инсульта в мужчине открылся талант мастера резьбы по дереву. Он выражает свои мысли вот только таким образом. Илья правша, но так как правая рука полностью парализована, картины вырезает левой рукой. Вместе с работами на полках теснятся стопки из грамот и дипломов. Мужчина – постоянный участник и лауреат различных областных, всероссийских и международных конкурсов. Вырезать новую работу может сутками напролет, особенно сегодня, когда здоровье стало это позволять. Он стал намного увереннее, он и передвигается, он и... Но делает очень много из того, что раньше просто не мог. До появления тренажера вот так долго сидеть за работой Илья не мог. Физических сил не хватало. Тонус в теле сковывал, передвигаться по дому было тяжело. За Ильей ухаживают его родители. Специалисты посоветовали им приобрести универсальный тренажер. Тот самый, на котором сейчас занимается Илья. Он стоит 64 тысячи рублей. Для родителей-пенсионеров это огромные деньги. Но для многих жителей Отрадного, которые объединились, сумма стала небольшой. Коробовы обратились в Отрадненский благотворительный фонд «Все вместе». Через него все жители города и области объединились и помогли приобрести тот самый тренажер, на котором сейчас Илья занимается каждый день, благодаря которому у него произошли серьезные сдвиги в здоровье. Вещь настолько необходима, что без нее, я не знаю, смог бы он продолжать и резьбу по дереву, и занятия спортом дальше, навряд ли. И мы очень-очень благодарны, это все сделал обществу, за то, что нам выделили эту материальную помощь.